Здравствуйте. Сегодня мы приступим к крашению яиц. Если, конечно, кто-то не боится щекотки. Краска у нас от Heitmann. Бриллиантовая. Я люблю бриллианты. Все любят бриллианты. Для этого нам нужно стакан, рюмка, если будет плохо получаться, бутылка водки, рюмка и успокоение нервов. И, конечно, вот краска, которая была здесь внутри, и перчатки. Где перчатки? Перчатки. Значит, приступим краску взбить. И обрезать кончики. Кончик обрезаем. Второй. Взбили. Обрезали. Да, действительно, сколько же краски никто не видел, так как покрасили. Взбили. Обрезали. Кто будет плохо слушаться, пусть видит, как я обрезаю хорошо кончики. Быстро и болезненно. А теперь перчатки. Яйца должны быть еще теплыми. Начинаем с самой светлой краски. Усилитель. Капаем. На флакончике немножко. Конечно. Так, какой с какой начинаем? Начинаем с желтенькой. Что всю краску выливать, что ли? Берем яйцо и начинаем. Попробовать, что у нас опять есть. А, здесь еще намного, но больше яйцо хватает, хватит. Только на одно. Вымагивает вон вторую. Это сколько времени краски, надо было все краски открывать. Ой! А прикрепить хотя бы попробовать. Два яйца по одному на одну эту штуку. Тебе надо было не в руку, а в миску. Здесь написано в руку. Да я видел. Но правильнее надо было в миску, так бы оно не выливалось. Что надо давать, конечно, сколько краски. Сколько налипло и столько налипло. А то прищепочкой закроем, посмотри, на одну яйцо, это все нажиробасина. И это что, на каждый цвет надо перчатки менять? Нет, помыть их просто водой. Да посмотри, красят. Слушай, а яйца? Офигеть. Рюки, давайте сушить. А это золотые, золотые. Золотые. Мальчика, давай ты будешь помазать. Давай, давай. Тогда что, еще три и все? И закрываем эту краску? А сколько? Ты посчитай, сколько яиц. Раз, два, три. Ну-ка, по яйцу положить в мешок в церкви. Илюхи поменяться с яйцами. Тому. И поесть два дня можно.
сильно яркие получаются. Но красивые. Золотистенькие. Ну, чем больше его катать, тем оно... Да, таких, конечно, никого нет. Смотри, как золото. Я же говорю, посмотри. Здесь еще краска. И экономично. Эти какие-то с другим отливом получаются. Рекламный хаус. Еще оранжевый, еще нормально, но было и пятна где-то. Нормальные. Да, прикольно. Или оставляем эту на следующие яйца. Я закрою только по этим зубочистками. Я ставлю 3, получается, оставить на следующие яйца. А эти 6. Ну, одно можно сейчас еще вывалять здесь. Хочешь оставлять или не? Ну, закрывать или выбрасывать? Ну, да, выбрасывать, закрывать, конечно. Ах, горячая. А, тяжелая. Да, чтобы той краской не мешать. А, пол! Мать, ты вон, натирай. Да, снимай. Ага. Это же дочек валитет. Может, ты не слышишь? Дизайнеровское яйцо. Такого цвета нигде нет. Смотри, какой цвет классный. Вот это я понимаю, это банка. Класс.